Слово «мама» – одно из самых древних на Земле, и на многих языках мира звучит почти одинаково. Мамы не знают выходных, а их любящее сердце всегда начеку. Сколько тревог, переживаний и, конечно, радости доставляют растущие дети, знают только мамы. Их труд поистине бесценен, и каждая мама заслуживает благодарности. Счастье матери любой – это ее дети, чтобы они выросли здоровыми, умными, покладистыми, любящими нас, и чтобы мы, они были чуть-чуть или даже лучше нас. Мы будем еще радостнее к этому относиться с вами, и будем, нам будет на душе светло. Действительно, лучший подарок для мамы – ее дети. Чем больше их, тем больше и счастья. У меня 5 детей, 3 мальчика и 2 девочки. Старшему уже 27 лет сыну, а маленькой 6 лет. Вот, она с бабушкой. У нас еще мама моя жива, которая тоже сегодня праздник большой. Я вообще хочу в лице своей мамы поздравить всех матерей старшего возраста, которые мы тоже очень благодарны, потому что они нас так воспитали, что нам захотелось иметь такое количество детей и ими заниматься. Главными актерами и певцами праздничного концерта стали, конечно, дети, подготовившие для своих мам номера. Стоит отметить, что слова благодарности звучали в этот день не только в адрес мам, но и пап, без помощи и поддержки которых женщины не отважились бы на рождение стольких детей. Екатерина Карпова, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».